Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 635. Спишите, подчеркните главные члены предложения. Укажите, чем выражено сказуемое. Определите стилистическую принадлежность текста. Образец. У грузунов зубы длинные, большие. Зубы подлежащие, длинные, большие, сказуемое. Выражено полным прилагательным. У зайца, русака, глаза коричневые. Уши длинные, большие усы жесткие. Глаза – это подлежащие. Коричневые и длинные – это будет сказуемое, которое выражено полным прилагательным. Большие – сказуемо полным прилагательным. Усы подлежащие, жесткие и сказуемые, выражено полным прилагательным. Шерсть у зайца густая, сверху коричнево-желтая с темными крапинками. Шерсть подлежащая, густая, коричнево-желтая, сказуемая, выражена полным прилагательным и сложным прилагательным, которое мы пишем через дефис. На шее она желтовато-коричневая, она подлежащая, желтовато-коричневая, серо-белая сзади, это тоже сказуемая, выражена сложными прилагательными, записана через дефис. Цвет шерсти меняется зимой и летом. Цвет подлежащая меняется сказуемое, выражено глаголом. Стиль данного текста научный. Выполним разбор пунктуационный первого предложения. У зайца русака глаза коричневые, уши длинные, большие, усы жесткие. Предложение повествовательное, не восклицательное. В конце стоит точка, осложнено однородными подлежащими. Коричневые, длинные, большие, жесткие, разделены между собой запятыми. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.